Я думаю, что сам факт проведения саммита уже является результатом. Мы не исключаем достижения конкретных договоренностей. Накопилось много вопросов, которые нам надо обсудить. Это одна из причин, почему президент Трамп считает, что наступило время для проведения такой встречи. Как вы видите, президент Путин согласился с этим. Конечно, еще будут переговоры, связанные с подготовкой этой встречи. Майк Помпео, Сергей Лавров встретятся. Состоятся и другие подготовительные мероприятия.